Итак, друзья, всех приветствую на своем канале. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. В сегодняшнем выпуске у нас город Беверли-Хиллз. Это пригород Лос-Анджелеса. Место, где все русскоговорящие хотят жить или мечтают жить. В общем, самый пафосный район в этом городе, в пригородах Лос-Анджелеса. Звук, к сожалению, записался с помехами, поэтому буду начитку делать во время ролика. Еще раз попрошу подписаться на канал, поставьте колокольчик, чтобы не пропускать видео. Всем приятного просмотра. Все ходят, снимают. Прямо? Да, пойдем. Да? Тогда там зеленый, можем позднее. Не знаю, наверное, надо туда. Я думаю, раз экскурсия идет куда-то туда, нам туда. Пойдем с экскурсией. Если это экскурсия. Просто группа туристов. Итак, если вы обратите, это практически единственная улица вот с такими крутыми бутиками. По этой улице много ездят дорогих машин, типа Lamborghini, Ferrari там, и так далее. А также много каких-то ресторанов. Можно посетить там несколько раз. Можно там один, как минимум, чтобы посмотреть вообще, что такое Беверли-Хиллз. Что это за такое пафосное место и почему все туда стремятся. А также здесь еще снимали сериал Беверли-Хиллз 90-210. Оказывается, я это выяснил уже гораздо позже, вот на момент съемок этого видео. У меня жена, оказывается, смотрела этот сериал или просто слышала про этот сериал. 90-210 — это один из трех индексов, которые на Беверли-Хиллз используются. 90-211 есть, 90-212 есть. Но 90-210 — это вообще самый популярный и знакомый, известный индекс из этого сериала Беверли-Хиллз 90-210. Вот, 90-210, видите? 10. Адрес. 10. Так вот, адрес написан. И чё, откуда это 90-210? Это какой-то сериал был. С какого сериала-то? Да какой-то сериал так назывался. Ну как какой-то, вот он, был такой сериал. Еще один немаловажный факт, если вы успели обратить внимание, здесь нет ни одного бомжа. Это не как в Даунтауне или на Аллее Славы, на Голливуд-бульвар. Вообще ни единого бомжа. То есть их отсюда как-то гоняют, выгоняют. Потому что ни одного, я тут был несколько раз на Беверли-Хиллз, ни одного не видел. Это, видимо, настолько вот такое а-ля культовое место какое-то из-за вот этого сериала. Не хотят местные власти, чтобы бомжи своим присутствием омрачали вот эту вот роскошную дорогую жизнь для туристов. Потому что здесь столько всяких бутиков, столько туристов сюда едут на этот Беверли-Хиллз, чтобы по магазинам походить, закупить какие-то вещи в бутиках. Ни одного бомжа нет. Сам даунтаун в Лос-Анджелесе кишит этими бомжами. Если вы ночью туда выйдете, там их просто как зомби, они там костры разводят в мусорных баках и греются в этих, возле этих бочек. А здесь ну, просто ни одного, это прям что-то чем-то. В таких вот а-ля, которые районы, получше, попрестижнее, бомжей нет. То есть
они могут там где-то штучно там по одному встречаться, но это не как в даунтауне, их там просто сотни микрогорода у них там палаточные разбиты в даунтауне. А вот и самые вот дорогие машины, которые я встречал на Beverly Hills, вот Lamborghini Urus, Ferrari, несколько штук я видел, Porsche. И вот это здание, которое вы видите на текущих кадрах, впереди вот этой треугольной формы. Вот если вы будете гуглить картинки про Beverly Hills, у вас в 95% случаев будет показывать вот именно вот это вот здание. Это самый какой-то оживленный пафосный перекресток на Беверли. Все здесь хотят сделать фотку возле там этого столбика, возле вот этого здания. Короче, видите, сколько туристов, все фотографируются. Самое-самое пафосное вот место. Мы тоже поддались этому стадному чувству, поэтому решили тоже сфотографироваться. Вот это пересечение вот этих двух улиц. Самое популярное место на Беверли Хиллз. Ну а сейчас мы будем подниматься по вот этой улочке, по вот этой брусчатке. По дизайну здесь похоже на какую-то маленькую Италию. В общем, много бутиков, в конце там будут рестораны. Приятное место, красивое. Если вы любите эстетику вот таких вот старинных домов, с домами, с колоннами вот этими, вам здесь понравится. Как только вы подниметесь по этой брусчатке вверх, у вас сразу откроется доступ на вот такие все бутики. И там в конце будут уже ресторанчики. Там дальше пойдет ступеньки вниз, лестница. И все, и вот самое вот пафосное место в Beverly Hills будет пройдено. То есть оно совсем маленькое, коротенькое. Самое известное по всем фотографиям это вот... Это место и есть, так что наблюдайте, смотрите. Можете обратить внимание на местный арт-объект. Я вообще думал, что это из дерева сделан. Оказывается, нет. Сделано из металла. Еще одна небольшая ремарка по поводу недвижимости в Beverly Hills. Вообще, в целом, этот район давным-давно отстроен. Порядка 100 лет. Если я правильно помню из Википедии, он был построен в 1916 году. И дома здесь все такие относительно старые. Но тем не менее, несмотря на то, что они все старые, стоят эти дома как новые. Я напоминаю, что это все одна и та же улица, мы просто обходим дома с другой стороны. Сейчас вот эта улица, где вот по левую руку идут рестораны, все одна и та же улица. Много вот таких вот заведений, где у вас при подъезде на машине, вы выходите, к вам подбегает специальный человек, берет у вас ключи, паркует ваш автомобиль на стоянку. Соответственно, вы потом приходите, отдаете номерок, который он вначале дал. Он ищет ваш автомобиль и пригоняет. За это тоже нужно платить и также просит чаевые. Thank you.
Ну а на этом сегодняшнее видео будем заканчивать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях, хотели бы жить на Беверли-Хиллз и готовы ли вы переплачивать такую цену за то, что вы живете в каком-то пафосном месте из сериала про Калифорнию. Ну а на этом всем пока-пока.